влияют. Я думаю, что вот была такая тема, я слышала, что новогодние надо сократить до минимума, а вот к майским чуть-чуть добавить. Я думаю, что это рациональная история, потому что очень многие едут на дачу, там занимаются своими там какими-то южными планами, этими летними, да? Вот это да, это хорошо. А, конечно, когда тупо сидеть и 10 дней, и ты не знаешь, что тебе делать, я понимаю, те, кто там как-то уезжает куда-то там, но они так и уедут. Те, кто уезжают на курорты, они и так и уедут. Это бизнесмены, у которых свой личный график жизни. А мы говорим о таком общем, да, пространстве, рабочем пространстве, в котором служащие люди приходят на работу и уходят с работы вечером. Поэтому я за то, чтобы новогодние прижать, а летние, вот эти вот весенние, майские, подтянуть.